Приветствую вас. Если предположить, что вы и правда не знаете ответ на свой вопрос, то вариантов на самом деле не так уж и много. Либо мужчина боится с вами сближаться и рассказывать вам это, чтобы вы в нем разочаровались и отдалились. Либо мужчина таким образом пытается, как он думает, завысить свою самооценку перед вами. Типа показать, вот я такой мачо, я крутой, я классный, я вообще прям супер идеальный и так далее, да? Вот. Либо у мужчины есть некий такой, если можно так выразиться, фетиш рассказывать подобные вещи, ну, не безразличному для него человеку. Я не знаю, его это, может быть, возбуждает, вот, может быть, не возбуждает, это покажет только время. Вот, ну, мне вот так вот, мне кажется, так вот мне видится эта история, так вот мне представляется данный аспект, такие вот основные причины могут быть. Вот, понятно, что есть еще его индивидуальность, понятно, что есть еще его собственные какие-то вообще мысли по этому поводу, его собственные какие-то вообще взгляды по этому поводу, вот, но мне они неизвестны в силу того, что вы ничего не рассказываете о себе и о мужчине, ну, и о мужчине. А вот, мне ничего об этом не известно по этой причине. Ну, я думаю, что основные мотивы, они плюс-минус, они вот такие, плюс-минус. Это вот именно плюс-минус. Вот так, в принципе, я бы ответил на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим и оцените мой труд. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.